на КГБ в борьбу за бронзовые медали и третье место международного турнира Golden Grand Prix. Иван Ерыгин вступили монгольские спортсменки. В красном трико выступает Буве Батыр Хатымтул, в синем трико Сумья Эрденечимы. Хатымтул Буве Батыр, Монголия, город Улан-Батыр, 26 лет, студентка университета, 6 лет занимается борьбой, мастер спорта Монголии. На международном турнире Иван Ерыгин выступает впервые. Тренер Тумур Батыр. Хатымтул, серебряная призерка чемпионата Азии. Сумья Эрденечимек борется в синем трико, мастер спорта международного класса. В этом поединке победила Сумья Эрденечимек, Улан-Батор, Монголия, и завоевала бронзовую медаль международного турнира Golden Grand Prix Иван Ерыгин в весовой категории до 53 килограммов.